Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Вела Вива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипедная дорожная сумка на багажник. Модель называется MV Double Travel. Сумка отличается тем, что у нее два отделения по бокам. По центру идет колесо, как мы понимаем, здесь багажник. Отделение всего лишь два, есть также еще трипл, сверху еще дополнительное отделение, но это уже другая сумка, другой рассказ. В описании данной сумки стоит следующее сказать. У сумки есть ручка для того, чтобы можно переносить. В сумке есть специальное отделение, кармашки, специальное отверстие, через которое можно соединять дополнительную третью сумку. Крепление самой сумки на багажник осуществляется при помощи вот этих вот трех ремней. Один и два вот таких ремня, которые крепятся на багажник, сам по себе устойчивым, тем самым крепеж. Как мы видим, все крепежи усилены из кожзаменителя, то есть боковая часть, там где колесо идет, не будет протираться, надежно, крепко будет удерживаться. Ткань достаточно прочная. При более детальном обзоре можно обратить внимание, что по бокам идут усиления, пластиковые вот такие вот вставочки, которые держат форму справа и слева. Также штаны, сумка-штаны, так называется, Double Travel от компании MV, с задней части имеет светоотражающие полосы. Есть кармашки, куда можно положить флягу или еще какие-то походные элементы. Боковые части одинаковые, поэтому, рассмотрев одну, мы поймем, что будет во второй также. Идет, получается, простая сумка, в которой есть достаточно комфортное отделение большое. Идут ребра жесткости, как мы видим, здесь вот такие вот пластиковые пластиковые усилители, чтобы держала форму сама сумка. Как вы видите, я вытащил, и здесь уже простая банальная ткань. Такие пластиковые сумки идут вправо и влево, по две штуки, которые делают каркас более жестким, комфортным. Если вас данная сумка заинтересовала, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Мы вам хотим сказать, что она не пропускает влагу, довольно-таки устойчива к изменениям внешней среды. Жара и холод, дождь и слякоть нипочем будет при такой сумке, когда вы будете кататься в велосипедных путешествиях. Если вас заинтересовал наш видеообзор, пишите нам, готовы с вами сотрудничать, можем написать. Будем рады всегда нашим покупателям. Если заинтересовала данная сумка, звоните, будем готовы каждому постоянному клиенту сделать небольшую скидку. До скорых встреч!